вышел генерал-лейтенант, он сразу сказал, что генерал-майор, да, Болинский Владислав, руководитель общественной организации «Зеленый лист», он сразу сказал, что акция организована национальным природным парком и там какими-то общественниками. На самом деле вы прекрасно знаете, что история продолжается уже как минимум 3,5 года. Это постоянно точка возникновения конфликтов. И конфликты возникают как раз вокруг биоресурсов. Речь идет о достаточно больших суммах денег, ну как минимум 2 миллиона долларов коррупционных денег, которые мы четко уверены, что они поступают и вот сюда вот тоже, в эту структуру. Поэтому попытки, знаете, исказить информационное пространство, потому что мы знаем уже реакцию, как минимум, через журналистов 5 канала, когда была дана информация, что якобы пограничники отбили, так сказать, браконьеров во время нападения на сотрудников национального парка, хотя это было не так, и так далее, целый ряд фейков, и мы видим, что это попытка изменить ситуацию в свою сторону. Однако, я сам видел на территории национального природного парка организованные хранилища для перевалки контрабанды, и мы тогда выходили целый ряд статей, фотофиксацию мы провели и так далее. И мы сами видели, как пограничники заставляют, ну, скажем так, показывать документы и так далее, какие-то дозвола при попытке попасть на территорию национального природного парка. При этом осуществляют этот контроль они непосредственно на гидротехническом сооружении господина Могильникова. Это то сооружение, которое, во-первых, находится там незаконно, во-вторых, без всяких лимитов, без дозволов и так далее, осуществляет незаконный лов рыбы. В 2017 году проводился контроль со стороны председателя обладминистрации и так далее, были привлечены все структуры, и тогда было зафиксировано на территории вот этого гидроспоруды, было зафиксировано больше 30 людей, которые не оформлены, были составлены акты о размещении там незаконных сооружений, в том числе строений и так далее. Все это было зафиксировано, но результаты расследования, обвинения и так далее мы не знаем. То есть все продолжается точно так же, как и продолжалось. Поэтому мы видим, что коррупционные механизмы сейчас стоят на пути формирования бюджета громады и на пути интереса в сфере защиты национальных природных парков и в сфере экологии. И это четко налицо. Вот интересно очень позицию сейчас услышать представителей пограничников. Начальника штаба. Спасибо.